Так, всем доброго времени суток. У нас Dying Light, и нам... У нас этот сундук. Оу, oh, yeah. Нам нужно найти вход в старый город. В трущобы, что ли, я чуть не помню. Какой-то старый город. А вообще, где мы? Так, что за тормоза? Сука, не тормози. Так, это вышка, с которой мы спустились. А, ну хорошо. Так, ну-ка. Блин, через тоннель гребаный идти. Ну ладно, придется. Врубаем фонарь. И... так. Идем, наверное, сюда. Ну, опять по дерьму заставляют нам лазить. В любом здесь какая-нибудь канализация. Так, будем осматривать. Ну, давайте сразу сейчас посмотрим, что у нас там. По оружию вроде нормально. По чертежам аптечки по либасу делаем. Ну, молодец, все сразу сделай. Отмычки пока не будем, если понадобится, конечно же, и сделаем. Оу, oh, yeah. Так. Дальше. Сирюкенчики. Ну, пока ставим. Так. Хорошо, что тут закрыто. Он сказал, что может пойти не так. Ты дурак? Зомби-апокалипсис. Что же еще? Что может пойти не так, как ты думаешь? Или он это пошутил? Ну, давайте по очереди подходите, чё. С дубинками. Хорошо, не с автоматами. Дай обезьяне гранату. Тогда это похуже будет. Это вообще человек. Зомби. Вот, башки нет. Хотя нет, башка есть, кстати. О, прикончить можно. Здорово. Не зря я прокачал. Слушайте, а у нас же по навыкам. Чё я там прокачивал-то? Нам нужно обратиться к какому-то чуваку, который будет нам делать... который возьмем мы кошку вот эту. Первое, дальше мы... бляха-муха. Ремонтировать научиться. Что такое? Тут я уже забыл, что я прокачивал. Ой, блин, ёпта. А, ну это старое говно. Точнее, нормально, но мы... это все знаем. Это? А, во-во, сейчас покажем, смотрите. Ого. Это он так освободился? Нифига себе. Обалдеть, мгновенно прям. А, да, вот сюда сейчас зайдем. Так, здесь что-то, это мы прикончим, это мы знаем. Ну, ладно, пока, по сути, может, узнаем. А что с ними медленно? Ну-ка, давай сейчас. Раз. 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 Кого-то прикончить надо. Давай вот этого. И этого тоже. До свидания, господа. Там еще пердит. Это даже оружие можно не ломать. Просто вот так вот берешь. И все, и нет зомби. Был зомби, и нет зомби. Все. Не будем их осматривать. А, мы же еще дерьмом научились обмазываться так, что нас теперь не будут замечать во время атаки. То есть получается, друзья, это просто шикарно. Мы можем просто спокойно идти. Мы можем кого-нибудь прибить. Например, вот. Почему они на меня вдруг? А почему? Я же дерьмом намазан. Может, это глюк? Типа я могу их убивать, и они тем... Они не будут меня... Они все равно будут принимать меня за своего. Ладно, ну что-то как не нравится, как мне, как они себя ведут, поэтому давайте заберемся наверх. А, не будем медлить, просто пробежим мимо, мимо этих гребаных монстров. Но, честно говоря, я не знаю, куда нам нужно идти. Туда, да? Ёптой, там кто-то взорвался. Чё-то мне... А чё-то он... Офигеть, у нас патрон нету. Мне реально стрёмно то, что здесь может быть камикадзе. Так, у нас сохранение, наверное, это
Ёб твою. Наверное, это плюс. Это же эти твари, которые по ночам-то ходят. Так, что делаем? Место усилителя ночного видения. Давайте пока что его берем. На всякий случай поставим ультрафиолетовый фонарь. Будем вот так вот сейчас оборачиваться. Будет прикольно. Твою-то дивизию. Вы видели? Они реально, это те монстры. Тут это пердел. Это еб еще что такое? Вау! Горы, горы говна всякого здесь. Твою дивизию. Это посмотрите, что тут творится. Скоро я там доберусь тоже. Блин, я только на полпути. Тут ящик. Но не хочу здесь останавливаться, ну никак. По патронам вообще полная жопа, друзья, честно. Куда ты машешь-то? Я в том плане, что у нас нету винтовок. Блин, продал тоже мне. Надо было их оставлять, а я продал. Сохранение подозрительно часто у нас. Так, тут что-то все трещит. Не, по сути дела, здесь везде вода. Здесь просто-напросто нельзя, ну, никак пройти, не наступив по воду. Нам, походу, сюда. По-моему, там кто-то есть. По-любому. О. А может и нет. Что-то там эти... Мне показалось, там эти ночные твари были. Но могу ошибаться. Ладно. Прыгаем опять в говно. Это привычное наше состояние. Давайте еще подышим. Что-то поздновато. Раз. Все, подышал, да? Молодец. Шифтом быстрее плыви. Интересно, когда у нас закончится энергия? Что будет? Убавляться здоровье? Ну, почему-то мне кажется, да. Походу, здесь подышать нельзя. Ну, тут уже выход. И мне кажется, нас там ждут уже. Какие-то грёбаные места. Алкоголь. Ну, правильно, надо для храбрости-то взять немного. А подождите, а вот и выход-то, по-моему, да? Да, слушайте, все, молодцы. Ура! Правда, название «Старый город» мне не очень нравится. Бомжи-зомби, наверное, там. Да это мы знаем, что там рассказывают. Там начало прочитал, что он сказал. Yes! С кем это? Камден, это Кайл Крейн, can you hear me? I can hear you. Are you on your way? I'm ready to work. Just bring me the samples. That's exactly what I intend to do, Doc. Just remember, I'm surrounded by an army of infected. Affirmative. Expect me soon. Good. Not like I'm going anywhere. Нормально. Ну, надеюсь, тут патроны будут. Хотя, если нормально написано, ничего ценного, наверное, здесь. Ух ты, ёпта. Мне кажется, она сейчас сломается. А, все, почти сломалась. Не, нормально. Ну, это уж нормально, тут несложно. Ну, берем. А, надо поменять. Ну, тогда не надо. У нас так все нормально вроде. А нам куда сейчас, как вы думаете? По-моему, наверх. Стоп, а что же там за место-то было? Так, вот там что-то внизу было. Сейчас смотрим, что там. Хм. А я здесь вроде был, да? Нет, наверное, не был. Ну, посмотрим, что тут у нас. И не просто дополнительная такая локация небольшая. Мы можем, мне кажется, еще аптечек даже сделать. А там может быть что-то ценное внизу. Там вообще проход какой-то, по-моему, дальше. А, так это просто выход такой. Все, все, понял. Там тоже выход наружу, по-моему. Ладно, мы выходим, выходим наружу все-таки. Там горы. А куда я, где я был-то? Канализацию, что за путь я проделал? Откуда? Вот оттуда, откуда-то. Не, просто вот, где то место, под которым я все это время шел, канализацию. Нам сейчас, на всякий случай, так, просто пометим цель. Я не знаю, зачем я это делаю, но... Мне как-то насрать.
ну нам говорят опять дополнительные задания. Ёпарсеты. Твою-то дивизию. Что-то я не понял. Сучары! Что-то не заметил даже, кто там. Блин, что нам через это, что ли, перелазить? Я не пойму. Или что тут делать-то? Судя по всему, да. Блин, там наверху это кусак. Да что это такое-то, ёп... Что это было, блин? Типа он по долбит по стене, и я падаю, что ли, или что? Охренеть. А кто долбит-то? А, понял. Все, все. Слушайте, ну он залезть нам не даст, что ли, получается? Ну, давайте на следующем разе попробуем. Кидай сюда. Меня не видит. Давай. Камешки закончились. Не, не закончились, к сожалению. Быстро лезь. Ты не должен успеть. Сука! Я упал сюда. Все нормально. Бляха-муха. А, все, голова у него почему-то отвалилась. А что тут у тебя? А, это тот его бешеный скинул отсюда. Все, бегом, бегом, бегом к нашей точке. Да сколько вас тут блевальщиков-то всяких, а? Предпочитаю... А, нафиг. Хотел сказать, предпочитаю лазить по верхам. Ну, конечно, это так, но... Все равно... это немного даже отнимает времени, пока я высматриваю. О, магаз! Слушай, мне как раз тебе нужно. Сейчас мы тебе продадим дерьмо всякое. Во, нормально. Продаем все. Тоже продаем все. И сигареты. Мы не курим. Oh yeah. Блин, а это что такое? Инвентарь. Почему у нас 3 полицейских винтовки? Не понял. Купить. Ну, подожди. Какого хрена, ёпарсете? Давайте заменим на одну из этих. Сколько у нас теперь патронов будет? 19. Тогда давай у тебя... Блин, у тебя патроны-то есть? Я что-то не пойму. Во! Винтовочные патроны купить. Все, на 250. Ружье, ну, да я не знаю, нафига. Купим только. А, понятно. Аптечка. Надо глянуть, сколько их. 4, по-любому купим. Правда, я не знаю, сколько у тебя. Купить все. Покупаем все. Ружейные патроны. И пока что до свидания, дружище. Что-то все равно патрон маловато. Может, прокачать можно ее как-то? Во. Еще можно купить? Не, наверное, нельзя. Пока что. А, можно, вот, винтовочные. Нет свободных ячеек. Ну, здорово. Так. Аптечка теперь у нас 6. И плюс, наверное, мы сможем их сделать по чертежам. Да, еще одна аптечка. 7 аптечек это... Это норма. Так. Прыгаем. Так, а наша задача доставить образцы тканей от Зери. Да ёб, ты чё, охренел, что ли? Чё ты такой хлюпик-то? А, не, хотя высота приличная. Но все равно, не, ты не достоин того, чтобы тебе наносился урон от грёбаной высоты. Эти гопники стоят тут. Как спуститься-то? Прыгнул мне плюс 15, да? Вот откуда он тут взялся? Упал, что ли? Не пойму. Не мешай мне. Бляха, ты муха. Приперлись тут. Всякие разные уроды. О, я знаю, как спуститься. Так надо вот тут лучше для безопасности подойти. Оу, oh yeah. Никакого урона. Мне иногда нереально кажется. А кто-нибудь выкинул, не знаю, какую-нибудь там арматуру в мешке, да? Или там...
Плавать тут можно, нет? Или это кислотная река? Бутылки, склянки могут находиться в этих мешках. Блин, бежит, бежит. Давай я к дивизию. Поливальщики еще гребаные, бляха, ты муха. Пипец. Ладно, давайте быстрее двигаться. По-любому там переплывать надо. Переходить. Тут плыть-то негде. Дно близко очень. Ну, я думаю, нам на ту сторону, да, судя по всему. Ну, я не знаю, может быть, здесь какой-то более нормальный способ обойти. Ладно, давайте полезем скорее. Да, быстрее только лезь. Так, опять звук начал, походу, глючить. Ну ничего, проживем. Пердеть начал звук. Прошу прощения. Ух ты, ёлка. Посмотрите, сколько тут. Зомбичков-то. По-любому машину еще можно посмотреть. Там сейчас кто-то что-то... Еще отстреливает нас. Да ёб, ну что это такое? Ударил, что ли? Не пойму. И что произошло? Сразу уж подлечимся. До свидания, господин. Вот здесь я... Да сколько ж тебе... Сука. Ух ты, я освободился от захвата. Здорово. Пошли вы все в задницу. Твари. Кислотные. Хоп. Ох, ну-ка пошел к ним вниз туда. Да упади ты отсюда. А-а-а! Ёп, я упал сам. Уйдите, мерзкие засранцы. Блин, да меня сейчас убьют. Ну сколько же можно-то? Кто так долбит-то сильно, я не понимаю. Откуда этот удар наносит? Неужели этот здоровяк? Да мне как-то не верится. Ух ты, ёпарус, это что я сделал? Хм, ну ладно. А где этот его друган? Там что ли? Да, он сидит вроде, нет? Так, подожди, а куда нам надо-то, собственно говоря? Сейчас мы посмотрим по карте. Да тут все рядом. Просто я боюсь, что нам сейчас спускаться придется, чтобы через низ проходить. Может реально там вход где-то? Немного непонятно. Сейчас тут обойдем. А, блях, ну тут нельзя обойти. Забраться-то можно, нет? Нет, тут никак. Хорошо, давайте. Оу, е. Опа. Блин, пушку надо у него забрать. Ну ладно. Ну все, других способов нет. Походу, нам нужно реально спускаться вниз. Ну... Да, это, к сожалению, так. Блин, ну я что-то мне как-то не верится, что там вход-то есть. Ну, давайте спрыгнем на машинку. Вон, никакого мы не получили особого. Блин, ну это реально стрёмно здесь ходить. Очень много этих засранцев. Только держись здесь, пожалуйста. Ну, да, там вход есть вроде бы. Так что погнали туда. Откат сейчас бы не помешал как раз-таки. Что со звуком-то, слышите? Вторжение инопланетян, ёпта твою. Все? Это все? Да ёпта. Да, примерно так они говорят. Тупые твари. Не сможете зайти. Вау, сколько тут всего-то. А, тут отмычка в мусорке. Нормально. Электроника. Кстати, для чего нужна? Я так и не разобрался. Так, о, аптечку гони. Марля, ну, тоже неплохо. Смастерим что-нибудь. На минус первый. Сколько? Минус этаж? Мне хотелось бы, конечно, пройти за сегодня игру, но... Как получится.
будем торопиться. Ну, просто знаете, я, конечно, понимаю, да, я могу записать на 100, 150. Ясно. Ну вот, пожалуйста. Свидание, да? Вырубился лифт. Так вот, 100-150 гигов, я, конечно, понимаю, но... Но дело в том, что... сжимать-то потом сколько это все говно, то есть... Запишу я на 1,5 часа. Да, живым человеком пообщаться туда. Так вот, я могу как бы долго записывать, но потом, говорю, сжимать долго, записывать файл. Забываю, что его прикончить можно. Так, там пациенты, похоже. Так, нетушитель можно взорвать. Ну-ка, если его прикончить... Нельзя. Ну, давайте. Теперь можно. Оу, oh, yeah. Это экономит ресурсы наши, господа, натуре. Ну, вот. Кстати, что у нас там по арсеналу-то? Я забыл. Одни пушки. Обалдеть. Так, кабель какой-то. Fire. Найдите способ добраться до Камдена. Инвентарь заполнен? В смысле? А что там могло быть-то? Патрон, что ли, или что-то такое? А-а-а, стоп, это же... А что это, кстати? Инвентарь. Давайте что-нибудь бросим, посмотрим. Давайте, например, ну вот, допустим, это. Что тут, как бросить? Разобрать. X бросить. Во. А, все, понял. Не-не-не-не-не. Понял. Говно бросаем. Бросай. X бросить. А это подбираем. Хотя... 101 урон. Ну, ладно. Вообще не суть. В принципе, штука неплохая. Так, ну, нам нужно искать... Может, вентиляцию как-то? Или... Что-то там вручную, он сказал, открывается. Или что он сказал, я уже забыл. Ого! Обалдеть, вы что-нибудь видите? С ума сойти, тут ничего не видно без фонаря. Давайте искать. А что искать, я-то что-то даже не понял. Вход какой-то? Может быть, стоит сделать так? Хрен вам, да? Нет, тоже нельзя. Ладно. А, так вот, что я туплю. Та же фигня, как и там. Фиг... Уйди, ты не мешаешь. Фига себе, как мы быстро только что побежали. Как я это сделал-то? И мы туда идем. По-любому сейчас какой-нибудь монстр будет. Но я ж... Да сука, что такая чувствительность? Сейчас на мышке меньше, но более-менее нормально. Что уже там нас ждет дальше? Блин, откуда он тут появился? Текстурки прописались. Опа, так он живой. Все? Даже смотреть ничего нельзя. Вроде солидно одет был. Все, сохранение. Ну что у нас? Карту нужно найти. По-любому. Ну вот, я уже нашел наш с помощью наших сверхспособностей. Это все несложно. Вы не проходите проверку. А билет дома забыл. Какую нам, интересно, сейчас сторону нужно идти? Подожди, так мы в том же месте, что ли, вышли? Я что-то не понял. А, типа, подожди. Стоп. Вы хотите сказать, что я не туда куда-то пришел?
Или в чем прикол? Здесь у нас выделенная область, то есть нам, по сути, назад что ли лезть? Нет, смотрите-ка. Интересно, интересно. Слушайте, а в чем прикол-то? Очень интересно, я бы сказал. Так, ладно. А, вот. Понятно. Да тут стекло, блин, разбить будет. Дофига мы лазили. Вот справа, я не туда. Там монстров, что ли, дофига он имеет? Секундочку. Вот так вот быстро мы от них вырвались. Блин, придется переть куда-то. Блин, да заткнись ты уже, ёпарасете. Доберитесь. Какую дверь-то он открыл, это что ли? Или... А, ту здоровая здоровяка, наверное. Или... А, вот в эту точно, в которую мы хотели идти. Блин, надо было этих прикончить. Он, наверное, открывал все это время дверь. Здоровяки-то, заметьте. Давай, подходи. Сейчас будем бошки отрубать вам. Какие уворотливые ты, ёпарасете. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Давай. Уйди, ёп. Это бесполезно. У меня уровень высокий, навыки, все дела. Это вообще просто прикончил вот таким вот образом. Раз. Всё. Он не будет гореть. Все, еще рванет. Еще живой. Смотрите, офигел. Блин, там этот взрывающийся, по-моему. Сейчас бомбанет, смотри. Нет. С этим лучше двустолка разбираться. Отбежать подальше. Че, он что, тебя не слышал? Засранец. Пердишь тут стоишь. Тебя не услышать. Да вы охренели. Ладно, придется мочить гадов. Хотя... Хотя, знаете, что проще? Блин, я хочу просто это самое. Я хочу бошку ему снести. Таким вот образом. Раз. Что-то с ним морочусь как-то, заметили? Заморачиваюсь с ними очень. Надо с ними проще быть, согласитесь.
Дерьмом можно обмазаться ихним. Так. Ну что нас дальше-то ждет? Блин, опять я это самое. Ага, вот этой, да? Хорошо, значит, вот сюда нам. По самым стрёмным местам заставляют лазить. Так. Ну ты шифтом хотя бы, не знаю, поползи побыстрее. Блин, сейчас по-любому выскочит кто-нибудь. Я охренею вообще. Тип не сюда, да? По другому пути-то нет, стоп, куда? А, вот, все. Ну, здесь никто не должен быть. Монстры, зомби сюда не лазят. Пока это единственный способ. Да, вот сюда. Не хотелось бы туда падать, я, в принципе... Походу он... Эй! А, походу он дохнул. Я не хочу... Я не особо вижу, что там происходит, но... Судя по звукам, мне не хотелось бы туда... не спускаться. Так, а я что-то пропустил, что ли, или что? Эй, подожди, а чем прикол? А, во. Это мы знаем. А, вот там этот здоровяк. О, походу вниз нам нельзя спускаться. Найдите... Найдите склад... Склад... Лаборатории. А, смотрите-ка, эти могут. Может, и нам можно тоже. А чё он не встает-то, бляха? А как вставать-то, я забыл уже. Или тут нельзя вставать? Видимо, нельзя. Чё-то мне стрёмно туда спускаться. Да, походу, нельзя. Хотя, хрен знает. Может, это они мне урон нанесли. Ну что, ищем дорогу. Ну, куда нам куда-то указано? Мне кажется, в эту. Вот это я зря сейчас сделал. Очень зря. И даже не проверил. Ну, давайте отвлечем их немного. Просто боюсь, что эта дверь может быть закрытой. Ух ты, ёбать, это круто было. Бляха, ты муха, закрыта. Уйди, уйди в задницу. Ну что, будем искать. Как туда войти? Ну, то, что мы сюда зашли, это... Это точно верно. Куда забраться? Ура! Ну все, забрались. Мы пока что в безопасности. Может быть, как-то вентиляцию какую-то? А, вот, может быть, сюда. Да ёп. Че, никак, что ли? Бляха, муха. Надо думать. Надо думать, что гадать. Взять ответ и разузнать. Там что-то. Блин, это пипец, я не пойму, что делать. Там что-то. А что там? А, понял, надо опустить эту хрень, и мы туда прыгнем. Блин, надо отвлечь их. Ну, легко сделать взрыв пакетом. Раз, туда. Идите, там еда. Все оказалось гораздо проще. Цепляйся, ты, бляха, муха. Нервы, в смысле. Тороплюсь очень. Ну, а че он не хочет залазить-то? Туда, что ли, я не пойму. Ну... А, вот как надо было спускаться, на букву С. А я раньше тупил. Неохота туда идти. Долго потом возвращаться. Вот надо использовать букву Q. Помогает достаточно. А, понятно, почему тут так много бочек. Нам, наверное, через него как-то пройти. Ну, в принципе, давайте используем снова взрыв пакет. Соберем с него, может быть, что-нибудь. Туда иди, господин.
Иди, 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 чё ты тут встал? Бляха, ты фарана взорвал, походу. Так, сейчас мы сделаем вот так. Ну ты чё, шутишь, я не пойму. Да ладно. Ну, давай. Да, она, походу, чё рванет. Нет? Оу, как тут темно-то. Ну, давайте еще один взрыв пакетик. Вот сюда. Иди! А, тут не один даже. Тут реально круто. Все. Так, а с этим... Блин, а это живой, да? Чё, охренел, что ли? Придется его мочить. Так, с этого надо по-любому осмотреть. 400. Арматуру ее, по-моему, дешево. Она дешево продается. Нет смысла ее брать с собой. Так, инвентарь полон. Сохранение у нас прошло. Нет, спасибо, эту дверь я не буду открывать. Там, по-моему, чувак сейчас встанет сзади. Да, он уже встал. Ну, до свидания, не хочу с тобой дружить. Вот это живет. Хотя не. Ёб твою. Блин, увидели, а? Или нет? И не увидели пока что. Для них у меня есть сюрпризик. Коктейль Молотова надо было еще купить. Нормально, потому что... О, сейчас рванет, наверное, да? На всякий случай. Ёпта, там еще и здоровяк. Это пипец. Это полный пипец, если этот чувак сейчас сюда подойдет. Подожди, а нам... Нам же вот в эту сторону, да нет? Суч. Боюсь свет врубать. Не, хрен тут. Тут не пройти. А! Так я же спустился вниз, по-моему, да? То самое место. Нам, значит, туда. Здесь... А, вот стекло-то разбито. Что-то туплю-то. Благо через этот засранство. Ну, коктейль Молотова зря просрали. Я-то думал, нам туда надо идти. Ну, ладно. Бывает что. Чё страшного. Запускаем. Ошибка. А что же еще следовало ожидать? Нет, нет, значит... А, тут тоже можно запустить. Ну, теперь нам туда надо идти, наверное. Я надеюсь, что... Дверь там будет открыта. Или что там? Там дверь или? Там вообще двери, по-моему, нет. А как я по твоей дивизии туда пройти тогда? Там вот этот чувак стоит. Видел. Пипец, вот этот пипец, реально. Произошло. Да ёб, а как? Этот пиздец. Сучара ты. Ты охренел, что ли, ёб твою? А, он не врезался, потому что. Ты врежься ты уже. А, правильно, давай. У машины еще тут. Давай, иди сюда. Мне кажется, он сейчас стену пробьет, там еще какой-то здоровяк. Давай, давай. О, сука! Какого хрена? Он же вроде врезался, должен был. Шлем снял ему.
Беги, беги, беги! Может, нам назад возвращаться нужно? Как вы думаете? Ладно, давайте уже. Добьем этого урода. Посмотрим, что тут ему пойдет хоть. 243 урона. А это сколько? 242. Да нас даже покруче будет. 73 мобильность. Блин, назад что ли идти, я не пойму. Нахрена я его мочил тогда? А, вот. Сохранение, значит, правильно идем. Да, мы здесь уже были. Так, теперь, правда, куда-то туда нам показывает. Сюда, да? Что-то такое непрорисованное. Я запустил вроде. А, все там. Пошло, пошло. Очистка. Че, мыться пора. Ну че, как вам нравится, нет? А где они? Походу им не понравилось, они убежали. Открывай. Ну, и че? А, все, да. Все. Давайте осмотрим. Мне кажется, нам просто так не дадут туда войти. Хотя и так уже через многое прошли с вами. Так что уже пора бы. Hello. Круто бы вошел. И начал палить по всем. Я тут один человек только. Здорово, как тут живешь-то? Glad to be finally shaking hands with you. Давай, братцы, вали отсюда. Doc, mind if I show you a photo? No, just one minute. Не испорти их. Ты яйца оторву. All right. We'll just let that run. It's gonna take quite a while. Now, what? Hey, that's him. That's the GRE operative I was telling you about. What's his? Yes, yes, Amir Goreshi. What are you doing with a picture of him? We had a mutual friend. The samples are still viable. That's good. With some luck, your trip here won't have been for nothing. Where's the rest of the data, by the way? I know Zara prepared two packages. I'll have to get back to you on that, Doc. Right now I have some GRE shitheads to confront. GRE? Crane, you watch yourself around them. Their public face is a lie of epic proportions. Those people are all heartless, lying bastards. I hear you, Doc. And thanks. I'll be in touch. Хорошо. А тут никакого у тебя короткого пути нет? То ты как тут вообще? Я тут все зачистил, в принципе. Можешь выходить на улицу, подышать воздухом. А реально, я куда иду-то хоть? Правильно? Походу назад надо, если я не ошибаюсь. Ну, я надеюсь, что я не ошибаюсь. Оу, е. Надо. Все равно стрёмно. Я вообще правильно... Да, вроде здесь надо проходить. Все. Погнали. I met Camden. He was very excited to see Zara's samples. Нормальный мужик вроде, да? Пока не предал никого. Нормально. Пивка бы с ним попить. Куда не сгонять. Так. Блин, ночь уже. I just need to figure out where things stand. Ёп, просто берем ультрафиолет первое.
Дальше идем. Тут благо есть вот здание какое-то, можно туда замутить. Блин, боюсь, сколько сейчас времени? Охренеть, только ночь началась, да еб. И что же мне делать-то? Во-первых, как мне вообще пройти? Я даже не знаю. Ну, смотрите, вот там я вижу уже этих монстров. Ночных блюдков. Так, они отходят потихоньку. Тут свет. То есть я выйду, они меня сразу запалят. Да ты уходи ты отсюда уже. Или он меня видит, типа. Ну блин, ну еще один пришел. Ну просто там эти твари уже ушли вроде бы. Так, далеко бежать-то? Так, значит, сейчас... О, далековато относительно. Ну, наверху тут поднимемся, если это возможно. Идите, твари! Идите, твари, пожалуйста. Я хочу еще немножечко пожить. Почему ж ты не можешь залезть? Пипец. Ну, сука, давай, лезь. А чё он это самое? Уйдите, твари! Меня завалили. Ну ладно, бывает. Блин, а я думал, там надо было оббегать нахер. Извините, нафиг. Ладно, сейчас оббегать будем тогда. Это все дерьмо. Не будем бояться, успеем. К сожалению, мы сдохли. Обалдеть. А ничего, что... Ну ладно, можно и так, в принципе. Да, проще иногда сдохнуть, мне кажется. Здорово, чувак. Блин, мне бы кошку купить. О, тут должны быть какие-то эти... Чуваки, у которых есть, что просто бесплатно взять. Я не знаю, как они выглядят. По-моему, это только в башне такое есть. А вот хрен его знает. Я только купил эту кошку и не пользуюсь, к сожалению. Продаем. Чё тебе тут продать-то нафиг? Вот это вот продаем дело, вот это продаем. Все, да все, продавай уже. Дальше. Вот дело продаем, это продаем. Все нормально пока. Патрончик сейчас купим. Аптечку. Плюбе натуре. И патровки для. Патровки. Патроны для винтовки. А как поспать-то тут? Looks pretty comfortable. А, вот тайник, наверное. Одежда. Ща, конечно, надо глянуть. Навыки. Где гребаная хрень-то? Вот. Так, научитесь делать кошку у кладовщика. Да ёб, ну кладыш, где мы его возьмем? Тут только тайник, ну ёбаный карась. Ладно, вот тут давайте поспим. Короче, ребят, если вам хреново, ну, фу, что я говорю, если вам это самое, если у вас, ну, за вами гонятся вот эти монстры ночные, то, наверное, лучше всё отдаться им. Сдохнуть и начать с контрольной точки. Это мой способ. Я научился им пользоваться. Ну, а на самом деле я тупанул. Немного испугался. И, походу, нам куда-то наверх. Вот. И думал, что все, каранты мне. Ну, погнали сюда. Вот такой вот мега-паркур сейчас был. Что-то крутится тут. Вентиляция, может, какая-либо. Не знаю. Нам, собственно говоря, сюда, на вышку. Как я и говорил. Так не говорите, что я не смогу здесь забраться. Да, но, однако, он наш персонаж не из цикливых. То есть паркурщик. А-а-а, его тайну. Какого хрена это было? Как я не упал, не знаю. Вот. Пипец, только что был.
Так. Ну, давай уже, лезь вперед куда-нибудь, ёкарный карась. Оу, oh, yeah. Не нужно нажимать пробел, он сам справится. Сквознячок, однако. О, вот здесь. Любе здесь. Музон заиграл. Игровой. Так. Ну вот, мы уже наверху. И здесь надо бы забраться. Оу, oh, yeah. Hey, Troy. Give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. Там он пробел не нажать. This is Crane, do you copy? Kyle Crane, you can hear me, can you not? Rise. Where are you? Exactly where I should be, atop my own tower. Of course, mine is not quite complete, but... It still stands as a monument to chaos, to entropy, to what it means to be ruled only by oneself. I'll kill you for what you did to Jade. For everything, I'll fucking kill you! I hope that would be your attitude. You see, we are at war, you and I. A war of opposing philosophies. A war to see whose vision of the world proves true. Come, Crane. Come and challenge me. You know what? Forget it. There is no war. There's only your fucked up outlook. Go to hell. Oh, no, no, no. I won't be going to hell. I will be leaving Naranjo, you see. I have made a deal with our GRE brothers, using your very own communicator, no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly, a helicopter will come and take me away. Imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course, if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! That's bitch! What I had hoped to hear. Come and find me, Crane. Let us bitch. Finish what we began. Fuck! Fuck, mama! Итак, нам придется к гребаному Райсу идти. Сразиться с Райсом на крыше здания. Пипец, вот туда что ли перейти? Да вы охренели. Ёб твою... А, подожди, или куда? На какой крыше-то? По-любому туда.